На петербургский храм Порт-Артурской иконы Божией Матери водружен купол. Это всегда радостное и торжественное событие не только в жизни прихода. О единственном на северо-западе храме с таким посвящением расскажут наши петербургские коллеги. Значимое событие для жизни всего нашего замечательного города Санкт-Петербурга. На берегу Финского залива, там, где у него впадает речка Красненькая, почти завершено строительство, а сегодня еще будет освящен крест и воздружен купол на храм Порт-Артурской иконы Божией Матери. Архитектура строящегося храма напоминает рассекающие воды Балтики корабль, и купола подчеркивают морскую стройность храма. Мы находимся на берегу Атлантики, Балтики, а Порт-Артур, русская база военно-морского флота, находился и находится на Тихом океане. И вся эта земля от Атлантики и до Тихого океана находится под молитвенным покровом Пречистой Божией Матери. И желая прославить Деву Марию Богородицу, мы построили храм в честь ее порт-артурского образа. Это память о русских воинах-моряках, которые уходили на боевых кораблях-броненосцах из Кронштадта на русско-японскую войну. И это то, что нужно для нас, для живых, потому что храм является незримое присутствие Бога посреди нас. Поэтому нет ничего важнее, чем созидать храм, принимать в этом участие и радоваться в храме о Боге, прославлять Христа Спасителя и Его Пречистую Матерь Деву Богородицу. Освящение купола с крестом и водружение его на строящийся храм – важный этап, обратился протоиерей Михаил Подолей к прихожанам. Очень хотелось бы, чтобы это событие, важное, вот внешнее, чтобы оно стало важным и для внутренней жизни каждого из нас. Каждого человека, который сюда будет приходить, который сейчас смотрит и участвует вот в этой молитве. Потому что только тогда, когда мы, видя обновление внешнее, мы видим, что появляется что-то новое, будет и в наших сердцах, и в наших душах появляться новые силы для того, чтобы делать благо, делать добро. Сине-золотые купола с крестами в виде якорей изготовлены в Воронеже. Оттуда же приехала команда рабочих. Малые купола были водружены днем ранее. Один из рабочих, имеющий альпинистские навыки, устанавливал купола и крест непосредственно в воздухе, руководя действиями крановщика. Храм Порт-Артурской иконы Божьей Матери – часть планируемого храмового комплекса в юго-западной части Петербурга. Главный храм будет посвящен всем святым.